дальний. Работы много, конечно. Тут главное не закопаться, найти какую-то разумную середину. В свое время, лет 20 назад, я начинал ремонтировать старый-старый Таврус. И этот Таврус через годик стал стоить дороже новой лодки. Вот это главное, до этого не доходить. Все-таки больше использовать. Потому что корабль действительно железный, он должен быть мятым, брутальным, но при этом чистеньким. Один. Как тебе корабль? Что? Корабль замечательный. Руки надо прикладывать. Много работы. Так что надо работать. Трудиться. Аккуратно. Долго. Вдумчиво. Так, что сегодня сделали? Насколько я вижу, изрядно работа по зачистке сделана. А я сегодня продолжаю делать подвлок в рубке. Уже вырисовывается потихоньку картинка, как это будет выглядеть. Отлично. Можно потом это дело, наверное, даже снять. Вадим, вот как тебе корабль? Отлично. Корабль супер. А будет еще лучше. Я очень рад, что этот корабль нашел свое место, свой материнский порт у нас в клубе. И мне очень приятно, когда такие люди в нашем клубе появились. Хотя они появились раньше, но их как-то они размножились. И мы приветствуем это размножение. Не по кораблям, не только по кораблям, но и по количеству людей, которые к нам были. Я не буду говорить здесь всякие рекламные слова про то, как у нас хорошо, но я надеюсь, этому кораблю и этому экипажу будет действительно здесь хорошо. Василий Ильич пока не жалуется и берут у меня интервью. Так что спасибо вам, ребята, значит, и приходите к нам, конечно. Все, кому не лень. Всех примем, найдем лучшие условия по кошельку, по возможности. Ну и надеюсь, что вместе, все вместе мы образуем некую действительно большую команду, как когда-то давно, в 60-70-х годах, когда зарождался клуб, образовали здесь ученые-физики. Всем удачи и доброго дня!